Расширение регионального календаря прививок, реализация национальных проектов, а именно строительство детских садов и развитие спорта. Эти две темы стали главными на заседании правительства Ямала под председательством губернатора Дмитрия Артюхова. Вакцинация на Ямале проводится согласно национальному и региональному календарям прививок. На государственном уровне регламентирован перечень из 12 инфекций. За счет регионального бюджета прививают еще против 8 заболеваний. К ним добавят еще 3. Обязательными станут вакцины от ротавирусной инфекции, ветряной оспы и коклюша. Расширение списка перечня вакцинаций потребует дополнительного финансирования, всего порядка 50 миллионов рублей. Также в департаменте здравоохранения предложили создать единый документ, объединяющий всю нормативную базу по региональному календарю прививок. Просим правительство поддержать, это дать нам возможность все эти постановления собрать в один документ. По нашему мнению, это может быть совместный приказ Департамента здравоохранения и службы Роспотребнадзора, в котором мы систематизируем все выданные постановления Роспотребнадзором, сделаем это в доступном виде, это будет удобно и для родителей, и для медицинских работников им пользоваться. На заседании также обсудили реализацию национальных проектов в части строительства детских садов. Заместитель губернатора Андрей Воронов сообщил, что в округе строится 33 детских сада, что позволит создать около 7 тысяч дополнительных мест. Уже в этом году планируется открыть 22 дошкольных учреждения в 9 муниципалитетах. Губернатор подчеркнул, что важная задача – сократить срок между вводом зданий в эксплуатацию и получением лицензий. Вновь построенные сады должны оперативно принимать детей.